Ключы от 7 новых службовых автомобилей, узнагороды и веншаванні. Воротовальники региона сегодня стали удельниками коллегии, примеркованной до Дня воротовальника и 20-годия утворения службы. На мероприемстве побывали и наши корреспонденты. У веншавальных зворотах от керовников усіх силовых структур региона подяка за мужность и профессионализм. Але головное пожадание от гоноровых гостей мероприемства – заусёды вертаться до дому с боевых дежурств здоровыми. Супрацовники районных подразделений у разных званий и с разным опытом работы у МНС отримали специальные узнагороды. Подарунок от керовництва Гомельского облвыканкама – 7 новых легковых автомобилей. А кроме этого, особных узнагород – воротовальник года, удостоены жихары нашей области, якія не з'являються професійними воротавальниками, але ахвяруючи собой заховали життё інших людей. Звання воротавальник года у одной из номинаций удостоена и педагог-организатор, керовник волонтерского отряда Галина Друсь. Средняя школа номер один города Гомеля. У нас есть волонтерский отряд. Волонтерский отряд «Будь рядом со мной» Белорусского добровольного пожарного общества. Работаем, сотрудничаем с городским отделом и областным отделом МЧС. Ребята занимаются разной пропагандистской деятельностью, участвуем во всевозможных конкурсах. Получается, побеждаем. На коллегии самые лепшие пожаданні гучали и от керавництва министерства. По надзвичайных ситуациях Республики Беларусь гоноровые грамоты лепшему профессии уручил наместник министра Анатоль Даугалевец. Специальный диплом за особистый уклад у работу по пропаганде безопасности, життєдіяльності и развития доброохотництва отримала телерадиокомпания «Гомель». Только за минулый год наши корреспонденты подрихтовали больше як 800 репортажей и тематичных передач об службе вартовальников в области. Выники комплексной работы по профилактике надзвичайных здарений по выниках минулого года зауважны. Колькость загинувших на пожарах у поравнании с минулым годом снизилась на 13,5%. Поменьшился и лик зарегистрованных надзвичайных здарений. Подразделениями МНС в области у минулым годе выратовано 95 человек. Наталья Каприленко, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».